на канале Клевая рыбалка. Есть, аккуратненько. Эх, сошел, а. Такой крупный сик был. Жалко. Есть, жарлично. Нет, это чуть-чуть крупноватый для жарлица. Жарлица он крупноват. Он жарлично плавает. Раз повтори. Посмотрим. Все равно крупноват. Все равно крупноват. Окунь подошел. Отлично. Окунь — это хорошо. Окунь — это окуневый глаз, прежде всего, конечно. Вот такой вот горбачик небольшой. Горбатик, полосатик. Окуневый глаз — это хорошо. Будет сильно, значит, клевать. Окуневый глаз. Обратно опустим. Красивый кадр получился.
Ай, ёлка. Щука подошла. Ну что такое кружится, кружится, думает. А что думает? Непонятно. Так, а я что-то там этот не вижу своей этой. Порвала мушку, да? Угу. Ну и ладно. Значит. Ой, какая большая щука. Всех мелких распугала. Что там на дне происходит-то вообще? На дне морском. Вот почему я удочку не оставляю никогда, ребята. Не бросаю, то есть. Вот по-вашему этому, как его, вы же всегда говорили, че удочку не бросаешь? Вот я ее бросил, она туда улетела, не успел поймать. Поэтому я ее всегда в руках держу, а вы все время, че, брат, удочку не бросаешь? Ну, довольно крупная щука была, что сказать. Сегодня у меня день, это, катастроф вообще, короче. Ой, прикол. Я не знаю вообще, короче. Давайте хоть тогда мышки хоть с мормышкой до кучи оторвем все. До полного счастья, так скажем. Да и все равно эта голова у нее не влезла бы в эту лунку. Там удочка хоть осталась. Нету. Нету. Елка зеленая. Ну, такая рыбалка, что сделаешь? Рыбалка, все бывает. Владик, а был кто тогда? Да, давно такого адреналина у нас, адреналиновой рыбалки не было. Да здесь борьба такая началась. Щука или я ее, короче. Ну, в итоге она меня. Ожесточенная схватка тут началась. Ты не поверишь. Ордонокеллеры. О, блеснаны. О, просто пум-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 
Thank you.
Ну что, давайте подведем уже итоги сегодняшней рыбалки. Сегодня... О, Владислав Дмитриевич, у тебя там жерлица это. Флажок стоит. Ну. Так, сейчас щука еще попалась. Еще не подведем итоги. Ну, а пока пока Владислав Дмитриевич выходит не спеша, давайте посчитаем, сколько я рыбу поймал сегодня и Владислав Дмитриевич сколько поймал. И какая у нас рыба представлена. Вот это сеги. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 11 сегов я поймал. Друзья, значит, сегодня клевало довольно хорошо. Потери сегодня боевых очень много. Так, сейчас скажу. Две блесны, одна мормышка и одна удочка. Вот. Днем было тепло, палатки хорошо. Ну, вот такой у меня улов. Вот Владислав Дмитриевич поймал. Вот. Ну и тут жерлицы вот стоят. Итак, на этом сегодняшняя рыбалка заканчивается. Палатка здесь остается до завтра. Владислав Дмитриевич завтра приедет сюда рыбачить. У меня немножко другие планы. У меня стоит перемет. Завтра поеду его посмотрю. Если там ничего нету, то придется его переносить и заставлять. В общем, вот. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Сильно в комментариях не ругать. Всем спасибо. Всем пока. До встречи.